jump on a wave. When you hit a piece of bait, you wanna jump on this. Can't take that, no, but you're safe. I'm thumping face. Всем привет, друзья, с вами Горбаш 74, и сегодня мы с вами все-таки, я записываю, вот если для кого-то интересно, вот здесь в правом углу, посмотрите, у меня время 4 час утра, я решил после стрима записать сразу видео, потому что я не знаю, сколько завтра начну снимать видосики. Я нашел, в общем, мод, который убирает силос из силосных ям на биогазе, то есть... Вот название мода. Я сейчас уже, кстати, его пробовал. У меня игра стоит на паузе. Сразу... Так, с паузы снимаем. Вот, смотри. У нас все ямы были завалены что-то типа... Вот такого. Уровень заполнения. Уровень заполнения. Уровень заполнения. Якобы что-то в ямах всю дорогу было. И завозить туда было все бессмысленно. Вот, а здесь, смотри, уровень заполнения сеча 0, прессование 0. То есть я уже ее вычистил. Вычистил я вот такой замечательной приблудой. Так, не знаю, слышно вам звук или нет. Вот, но я думаю, что, наверное, будет все равно слышно. Сило Delete называется. То есть, ну, для людей непросвещенных, это, то есть, для удаления силоса. Удаление. Итак, мы когда устанавливаем мод, заходим в раздел «Разные», в магазин заходим, раздел «Разные», и у вас в разделе «Разные» появляется вот точно такой же набалдажник, как и вот этот, только он стоит 900, это мод, и он называется «Силу Delete». Вы его покупаете, приезжаете в магазин, забираете его на тракторе, на таком же или на каком-то другом. Вот. Приехали, подцепили, забрали его. Так. Все, подъехали к краю. К краю подъехали, опустили. Он показывает сейчас, что у нас уровень заполнения силосом 1428. Открыт достижение. Чё? Долгий забег? Иди твою мать. Я, видимо, отыграл охуенное количество времени. Итак, поехали. 1428. Поехали, смотри, как будет уменьшаться все. Где-то вот лежит в каком-то углу. Вот они, поперли. Вот он его давит просто. Выезжаем, разворачиваемся. Заезжаем заново. С другой стороны стенки. То есть силос просто тупо проваливается вот в эти межперегородки. То есть он весь находится там. Опускаем с уголка и поперли. Троечку включили, пускай сам катится. Можно впрямую ехать в притирку. То есть 934 осталось. И мы добиваем. Добиваем, давай. Ну и вот здесь, наверное, добиваем до конца. Все. Уровень заполнения сечи. То есть 0, прессование 0. Мы вычистили полностью все. Поехали, я сразу здесь почищу. При вас, так сказать, все это сделаю. То есть здесь смотрим, здесь у нас 952. Беги, погнали. Сто 90 осталось. Сейчас с той стороны пройдем, я думаю, все. Больше ничего не будет. Для кого сделали эту хрень, я, если честно, даже не подозреваю, ребят. То есть это действительно проблематично. Зачем они сделали именно так, видимо, никак не могли иначе сделать. Сделали так, как есть. Все, кстати, мы все почистили. Давай мы быстренько выезжаем отсюда. И, кстати, ту сечу мы тоже сейчас ее перехерачим, просто раздаем все. Я так понимаю, он просто тупо вот эта болванка нужна для того, чтобы удалять силос, который не нужен. Ни в коем случае. Здесь вообще он показывает с краешку то, что там первая гора, короче, этого силоса. 6 тонн лежит. Сейчас мы это быстренько все закатаем. Мини такой стрим. Ну вот, 2 тонны здесь лежит. Вот он, в краях весь лежит, и его видать, в принципе. Оп, здесь заедем. Окей. Все, погнали. 1,5, уже тонна осталось. Проезжаем, самое главное, ближе к углу держаться и все. Все,
вычищено. Мы уже завтра не будет стримов по данной игре. Будет, скорее всего, пятницу. И мы уже начнем забивать. 317 осталось, 238. И с той стороны этажи, похоже. Кстати, эту херню еще давай закатаем. Опс, готово. Там 0, а здесь у нас чуть-чуть осталось, по-моему. Да, 238. Эх, не влез, чуточек. Погнали. Едем с края, и все. Все готово, ребят. Мы сделали, в принципе, все, что от меня требовалось. Да и от вас тоже. Вы тоже, наверное, играете, вам тоже это надоело. Все, у нас, по-моему, здесь осталось, да? Нет, все почистил. Полностью вычистил все. Замечательно, просто великолепно, просто здорово. Вот. И на балдажник, в принципе, ну, так как он у меня не купленный, я его не купил, я его взял в аренду, потому что я не люблю разбазаривать деньги. Я его, естественно, сейчас верну, потому что он мне не нужен до следующего забития силоса, потом гниения. То есть это большой срок, нахрен мне эта баланка нужна. По идее, конечно, 900 не такие большие деньги, но он мне не нужен, я его отдам. А с вами был Карабаш74, надеюсь, было вам полезно узнать об этом, то, что как вытащить силос, теперь никакого силоса здесь нет, ничего не мешает новому заполнению и опять стройке огромных-огромных наших транспортерных лент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и всем удачи, всем пока.